я столкнулся с тем, что с кем бы я ни разговаривал об этом человеке, все говорили о нем как о родном. Не о том, которого хорошо знают, а о родном по крови, близком. О папе, о дедушке, о брате. Ну, в конце концов, даже о соседе. О том, кого знают с детства, но с самых малых лет жизни. Он был народный артист. По качеству, по дарованию, по известности, по количеству исполненных ролей, но он был народный, потому что весь, без исключения, народ знал его с детства. Мне было лет 5 или 7, я не помню. Мама впервые привела меня в цирк. Ах, боже мой, великое действо, цирк. Все блестяще, клоуны, акробаты, слоны. Люди на воздушной проволоке, где-то под куполом цирка. Все сделано блестяще, но как и всем, больше всего мне запомнились клоуны. Они какие-то были наивные, трогательные, смешные. Их было немножко жалко. У них все время что-то не получалось. У остальных все было сделано блестяще, а у этих как-то все не так, да и не так. Они создавали какое-то странное настроение детства. Как будто опять пришел Дед Мороз. И в детской памяти оставалось только это. Конечно, цирк, конечно, блеск. Но потом, если спросить, мальчик, тебе кто больше всех понравился? Клоуны. Юрий Владимирович Никулин. Решили сделать такую диагностическую манипуляцию, коронарографию и контрастное исследование сосудов сердца. Диагноз подтверждал абсолютную необходимость вмешательства, и если бы не вмешательство, ему вообще катастрофа и трагедия могли случиться в любую минуту. Когда в 5-летнем возрасте отец впервые привел маленького Юру в цирк, больше всего ему запомнились люди, веселящие публику в перерывах между номерами. Мальчику сразу же захотелось стать клоуном. Однажды мама шила Юре костюм клоуна, и маленький Юра был очень горд, что в таком виде смог отправиться в гости к одной девочке из своего двора, у которой устраивали костюмированные балы. Вспомнив, что клоуны в цирке падали, это вызывало смех у зрителей, он как только вошел в комнату, тут же грохнулся об пол. Но никто не засмеялся. Юра встал, упал снова. Опять никто не засмеялся. Он падал и все ждал. Смеха падал и падал, но тщетно. Но это было очень давно. Все-таки детская мечта сбылась. В 1946 году Юрий Никулин поступает в студию клоунады при Московском цирке на Цветном бульваре. А уже в 1950 году начинает работать в группе клоунов под руководством знаменитого Карандаша. Я был просто поражен вот талантом, обаянием этого артиста. А он просто тогда был подсадным. Он еще не нашел свою маску. Был общественный просмотр в цирке. Новой программы. Туркменские наездники отработали свой номер и вытаскивают на манеж странного парня. Лицо человека совершенно невероятное. И когда они его вытащили, рядом с ним сидела его жена, которая говорит: каким артистом? Иди назад, куда пошел? Иди сюда! И он поворачивался в ее сторону и артикулировал. Было понятно, что он говорит, хотя он безмолвно говорил. Они говорят: да ладно, не обращай внимания, давай ногу, мы тебя подкинем. Он давал ногу, они его подкидывали на лошадь. Конечно, он мимо лошади, конечно, он падал лицом в опилки, вынимал что-то изо рта, долго рассматривал, долго-долго, и клал в рот и начинал жевать, глядя вот на всю эту чашу цирковую. И жена ему кричала: ешь, ешь, это из лошади. И он отмахивался от нее,
В конце концов, они его, конечно, подсадили. Конечно, задом наперед. Конечно, лошадь поскакала, он не умел, конечно, ездить. Он стал искать опору, схватился за хвост, прижал его к груди. Вот представляешь, вот это лицо и вот эта вот розовая часть лошади, вот это скачущее, это что-то было чудовищное. В цирке творилось что-то невероятное. Я даже не могу объяснить. Люди выли, хрюкали. Напротив меня сидел Жаров в ложе. Я не знал, что он такой смешливый. Он стал фиолетовый. Вот лицо у него стало вот таким. Он почему-то показывал всем на Никулина, как будто его никто не видит. Я орал. Вот так орал. Выставил долю секундной паузы, и Жаров на весь цирк заорал. Ой, я писился. Именно у Карандаша Никулин сыграл свою первую роль, роль дворника. А потом начал искать собственный образ. Он перепробовал много вариантов. От разухабистого деревенского балалаечника до традиционного рыжего клоуна, для которого и появились специально вылепленный длинный нос и парик, выкрашенный красным стриптоцитом. Но то придуманные большие очки без стекол совершенно не вязались с молодым лицом, то огромная грузинская кепка не гармонировала с чаплинскими усиками. В общем, все эти образы никак не устраивали ни артиста, ни его руководителя Карандаша. Вообще Карандаш был очень тяжелого характера человек. Снимал, кто уживался. И Юрий Владимирович, пожалуй, был один из немногих, который с ним сработался относительно. Ну, во-первых, это был характер самого Юрия Владимировича. Он был очень конфликтным человеком. Во-вторых, это умение Юрия Владимировича слушать и не слышать. Карандаш очень любил читать лекции, поучать. Мысли у него сбивались, его слушать было безумно трудно. Я где-то через минут 10 уже чувствовала, что я совсем уже ничего не понимаю. А Юрий Владимирович умел сидеть, спокойно слушать и говорить: «Да, Михаил Николаевич, ну, конечно, Михаил Николаевич, да, вы правы, Михаил Николаевич». И таким образом оставались удовлетворенными обе стороны. Блистательный дуэт Никулин-Шуйдин рождается именно с легкой руки Карандаша. Руководитель тщательно репетирует с ними все репризы или клоунады. Каждый кусочек он отрабатывает часами, обращая внимание подопечных на мельчайшие детали. Так на практике Никулин и Шуйдин познают тонкости клоунского ремесла. Но в 50-м году Шуйдин вдруг подает заявление об уходе, а у него с Никулиным был уговор: уходит один, уходит и другой. Карандаш их очень прижимал и в смысле творческом, и в смысле финансовом. И когда Миша Шуйдин попросил прибавки, потому что ему нужно было кормить семью, ребенка, Карандаш его выставил. И после этого Юрий Владимирович пришел к Карандашу и сказал: «Михаил Николаевич, если Миша уходит, то и я ухожу». Карандаш пылил, закричал: «Ну и пожалуйста, на все четыре стороны». И таким образом они от него ушли. Вместе Никулин и Шуйдин создают замечательные жанровые сцены. И в то же время появляется знаменитый образ клоуна Юрика. Огромные ботинки и короткие полосатые брючки. Вообще, я должен сказать, что профессия клоун – это уникальная профессия. Они же все время что-то придумывают. Они все время решают труднейшие задачи. Как сделать, что партнер целится тебе в попу, и бам, выстрел, и на попе бант. Он действительно был человек уникальной фантазии. И потрясающей какой-то коммуникабельности и импровизации. Например, я прихожу с дочкой в цирк. С дочкой, с маленькой. Он вдруг на арене, у нее идет какая-то песня, то Оля пришла к нам в гости, говорит он.
незаменим, конечно. Бесполезно говорить. Также, если взять из нашей цирковой жизни, как Леонид Ингибаров, это неповторимые люди. Неповторимый Карандаш. Это одни из уникальнейших тех актеров, тех незаменимых людей, которые не заметишь, просто не заметишь. Актерское мастерство его настолько было высоким, что он каждую роль исполняя, он исполнял его до вершины. Хоть Бармалеем, хоть, я не знаю, там, собакой, хоть чем угодно, кем угодно. Вплоть до Деда Мороза, понимаешь? Он превращался сразу. Именно верили люди, что это в самом деле так. Замечательную вещь сказал Лёва Дуров, Лёва Константинович. Когда уже отца не стало, он что-то зашел в цирк. По-моему, участвовал в передаче у меня. И мы сидели, записывали интервью. После синхрона он мне говорит: слушай, я тебе хотел сказать давно, ты себе представить не можешь, потому что это... Ты не поймешь, дурачок, ты даже почувствовать не можешь, а только актер может почувствовать. Твой отец, гениальность его была в том, что он добровольно лидерство свое отдал партнеру в манеже. Он же был, в общем, рыжим, а Шудин ближе к белому, главный. Юрик там, и тут как бы, так сказать. Он говорит: ты с ним, может, каждый хочет Гамлета сыграть. А тут человек отдал партнеру сам. Ты, говорит, себе представить, дурачок, не можешь этого. И для того, чтобы его не узнавали и не приставали, а за ним толпы шли. Толпы людей узнавали его. Он закрывался, он поднимал воротник, он надевал черные очки. Он надвигал головной убор по ней, чтобы его только не узнавали, чтобы дали спокойно пройти. Нет. Его узнавали, к нему просто цеплялись и ловили его. Бешеная популярность у него была. Юрий Владимирович никогда ничего не просил. И ни одного звания, которое он получал, не было ему дано, так сказать, его просьбами. Это была оценка его таланта. Дали, спасибо. Не дали. Не умрем, не для этого живем. Ему прощалось все. Я не знаю человека, которому могли бы простить то, что позволял себе Никулин. Да он немного себе и позволял. Они летели в Скандинавию на гастроли. Иван Фраброс поспорил с Шуйдиным, по-моему, на бутылку коньяка по поводу того, что он сейчас немедленно выяснит, кто здесь прицеплен к делегации из специальных органов. И, не сходя с места, спросил у проходящей стюардессы: скажите, как будет по-шведски «прошу политического убежища»? Стюардесса стала бела, как борт самолета, куда-то убежала, вернулась тут же с прилично одетым человеком, который угрюмо спросил: что вы сказали? На что Никулин, совершенно наивно, по-детски, удивившись, сказал: что я сказал? Я спросил, сколько стоит шуба. Правда, Миш? И тот, конечно же, это подтвердил. Стюардесса в слезах. Милый молодой человек из органов стушевался.
было решено замять дело, хотя через один день ровно об этом знала вся Москва. Ему все сходило с рук. Он был потрясающе легкий человек. У него не было отношений с властью. Я как-то, когда уже, в общем, слегка поумнел и начал какие-то вещи понимать, годы-то были, в общем, непростые, такой махровый застой, 70-е, там конец. И я как-то спросил, говорю, слушай, а вот ты никогда не думал, ведь ты какие-то иногда вещи говоришь, какие-то сознательные, какие-то бессознательные, интуитивные, вот эти, в общем, за которые другому по башке бы получить как ничего не стоит. А у тебя это все совершенно безболезненно. Он говорит, знаешь, мальчик, я об этом думал. Наверное, это потому, что есть стереотип, клоун, дурачок, ну что с него, понимаешь? Ну, сказал, не подумал, там, подумаешь, ничего же, вреда-то никакого не принес, то к клоуну бы серьезно относиться. Приехал Гарри Арбелян и звонит отцу из метрополя. Говорит, Юра, это Гарри, привет, я приехал, я хочу увидеться. Говорит, ну, без вопросов, что завтра у тебя делаешь днем? Он говорит, я завтра днем, вот, ничего. Он говорит, приходи на обед. Таня сварит борщ, и мы посидим, по рюмке выпьем, поговорим, все. Да, Юра, все, значит, завтра, там, в 2-3. Повесил трубку. Через 5 минут звонок отцу. Я при этом присутствовал. Юра, привет, это Толик. Ну, помнишь, Толик, вот, майор там. Говорит, а, Толик, здравствуй. Юр, у тебя там завтра встреча намечается. Он говорит, да. Надо поломать. Он говорит, а... Он говорит, есть мнение там. Он говорит, а чье мнение? Он говорит, ну, вы полковник наш, сказал. Он говорит, слушай, Толик, передай полковнику своему. Я в своем доме буду встречаться с кем я хочу. И я его первый раз таким в жизни видел. Он белый. Руки трясутся, положил трубку и говорит, ну что мне сделают? Ну что мне сделают? Звание не отнимут, за границу не пошлют, в гробу я видел ее. Запретят сниматься, не запретят, из цирка не выгонят, что они со мной сделают? Она все равно, она все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час, мы волшебную косим трынь-траву. В палату Юрия Владимировича пришел доктор Бранштейн. Врач думал, что нужно будет поддержать больного, но тот держался бодро, шутил. Вернувшись с фронта, Юрий Никулин решает поступать во Всесоюзный государственный институт кинематографии. Он уверен в успехе, ведь его выступления в армейской самодеятельности неизменно пользовались огромным успехом. Во время второго тура известный кинорежиссер, который возглавлял приемную комиссию, откровенно сказал: «Знаете, товарищ Никулин, у вас что-то есть, но, скажем прямо, вас вряд ли когда-нибудь будут снимать в кино. Не тот у вас профиль, да и осанка плоховата. Это, понимаете ли, мнение всей комиссии». Это вообще была же теория тогда у наших госкиновских начальников, она очень распространялась, что, например, Ролан Быков, Евгений Евстигнеев, не киногеничны, они компрометируют внешний облик советского человека. И Юра входил в эту когорту, он тоже поначалу компрометировал облик советского человека. И ему помог юмор, эксцентрика и, так сказать, то, что он был уже становился очень известным клоуном. Сейчас я его зажгу, и вы увидите. Сядьте. Небольшая роль в фильме «Девушка с гитарой» привлекает внимание режиссеров к Никулину. Теперь уже трудно представить, что он начинал свой путь в кино с маленькой роли вот этого чудаковатого пиротехника. Извиняюсь, товарищи.
Не тот зажег. Сейчас повторим. Какой-то великий случай вел Никулина как по вешкам на болоте. От одного до другого, от одного до другого хорошего человека. Как будто шагал. Ведь совершенно неожиданно Юрий Чулюкин пригласил его сниматься в фильме «Неподдающийся». Он играл там Клячкина. Потом в своей книге Никулин писал, что он был недоволен этим фильмом. Режиссер пытался добиться своего и требовал быстрого ритма. Я писал, Никулин играл по-своему. Я чувствовал, что проба прошла как-то неудачно. Приехал домой мрачный, злой. Но через несколько дней мне сообщили, что на экране все вышло неплохо. Все смеялись. Но так до конца ему не очень нравилась эта первая роль. Все-таки это было повторение, все-таки это был повтор. Это было немножко от цирка, это немножко было от клоунады. Но что совершенно поразительно, что именно с этого началась звездная дорога Никулина в кино. Дядь Паш, 100 грамм и пивка молнии. Ну, а пока в долг. Нет, братцы, вы еще карасик. Вы не понимаете, когда такая орхидея за столом, водка на 22 градуса крепче. Научно доказано. Но по-настоящему судьбоносной становится встреча актера с режиссером Леонидом Гайдаем. На роль балбеса сначала был утвержден, кстати, Сергей Филиппов. Но к началу съемок он находился на гастролях, поэтому ассистенты стали подыскивать другие кандидатуры. И вот когда на студию приходит Юрий Никулин, Гайдай сразу говорит: «Все, балбес у нас есть. Не надо никаких проб». И, обращаясь к Никулину, дает совет: «С гримом у вас все просто. У вас и так смешное лицо. Пусть вам только приклеют большие ресницы, от этого вы будете выглядеть, извините, еще глупее». В палату заглянула медсестра, поинтересовалась, как настроение Юрия Владимировича. Она старалась заходить к нему как можно чаще, так как весь медицинский персонал волновался, естественно, за своего кумира. Созданная Гайдаем «Троица» приобретает гигантскую популярность, а герои Никулина, Вицина и Моргунова становятся поистине народными. Где этот чертов инвалид? Не шуми, я инвалид. Хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Когда меня пригласили в «Кавказскую пленницу», то я сразу же понял, что я попадаю в среду чрезвычайно знаменитых комиков. И что мне нужно подумать о том, как себя вести. А я понял, что я должен очень серьезно себя вести. Серьезно разговаривать, как я разговариваю. Никаких там это самое, так и так. Слушай, обидно, клянусь, обидно, ну, ничего не сделал, да? Только вошел. И импровизация у меня была. Ну, мы о Никулине. Шутка. Он принимал, он поощрял меня вот в этой моей манере. Спасибо, я поставил. Гражданин судья, а он не может сесть. Остается загадкой, каким образом Леонид Гайдай так успешно в своих фильмах соединил трех абсолютно разных людей с абсолютно разными актерскими амплуа. Вицин был, конечно, ближе Юрию Владимировичу по характеру и по менталитету,
и по образованию, что ли. Но он был странным человеком, в общем, Вицин, для меня во всяком случае. Он был каким-то отрешенным, что ли, он был самоуглубленным. Он не выпивал, а значит, за столик он не принимал участия. А Моргунов, вы знаете, я не хотела бы говорить о Моргунове. Любопытная вещь. Добившись огромной популярности и любви у зрителей, знаменитая троица уходит с экранов страны. Почему это произошло? Это было решение Гайдая. Он сказал, хватит. Хватит, это уже вот так всем. То есть на пике успеха именно, не на скольжении вниз. То есть он все очень грамотно рассчитал. И более того, последняя картина, они же уже были не главными персонажами «Кавказской пленницы». Они уже были в общем, на вторых ролях. И на этом он сказал, все, закончили. Моргунов не жутко обиделся. Потому что он тоже считал, что нужно дальше эксплуатировать, развивать, как бы ловить этот успех. Он говорит, не надо, достаточно уже. Это вот талант. «Бриллиантовая рука» писалась для Никулина. Для Никулина. И, значит, Леня мне говорит, что ну вот, прочитай, будешь играть жену. Твое? Мое. Откуда? Оттуда. Так как ко мне относился Юра, это вообще, конечно, сказка. Потому что, вы понимаете, вот какая-то такая восторженность, преданность. Вообще, с ним было очень легко играть. Семен Семенович, что бы вы могли сказать нашим дорогим товарищам радиослушателям перед отправлением в это увлекательное путешествие? Вообще, по правде говоря, я не хотел ехать. Я думал купить жене шубу. Нет, нет, шуба подождет. Я считаю, главное это поглядеть мир. А то действительно работает, работает. Шуба подождет. В Адлере, где проходила часть съемок картины «Бриллиантовая рука», однажды произошел забавный случай. В подвале гостиницы, в которой жили актеры и съемочная группа, хранился двойник Юрия Владимировича. Фигура Горбункова из папье-маше. Чтобы фигура не пылилась, ее накрыли простыней. И уборщица, которая мыла полы в подвале, наткнулась на странный объемный предмет. Приподняв простыню, она обнаружила мертвого артиста. Через час о смерти Никулина знали не только в Адлере, но и во всех городах страны абсолютно. Он был корректен, он, во-первых, понимал, в каком жанре он работает. Он очень различал эксцентрическую комедию, скажем, когда это шло у Гайдая, когда надо было почесать пятку, и там вообще, так сказать, физически это было невозможно сделать, но он это делал, я говорю, к примеру. И, или, скажем, когда он у меня снимался в «Стариках разбойников», в комедии реалистической, в общем. Поэтому это, он очень это различал и очень чувствовал. А если он понимал, что речь идет о комедии трюковой, эксцентрической, то фантазия била ключом и всегда по голове. Мы тебя сделаем иностранцем. Я не хочу быть иностранцем. Мне здесь хорошо. Иностранцем ты будешь временно. А на каком языке я буду говорить? Ты будешь молчать. Но? Ты будешь глухонемой иностранец. А я буду у тебя переводчиком. Ха. А для чего же глухонемому переводчик? Много будешь знать, скоро состаришься. «Старики-разбойники» снимаем.
приезжаем в этот самый таксомоторный парк. Только въезжаем, стоит какая-то группа людей. Ну, понятно, что механики там, все в масле. И вот, Юрий Владимирович, ключи дайте от машины, дайте ключи. А у него «Волга» была. Он говорит, зачем? Дайте, дайте, дайте. А потом отснимитесь, все. Мы пошли, снялись, выходим, мы, ой, машина-то. И эта же группа людей стоит. Юрий Владимирович, ключи, пожалуйста. Машина вон стоит около ворот. Мы садимся. И все, до свидания, же-же-же-же-же-же. Выезжаем, звонок, говорят, что-то не то. Сейчас. Поднимает капот. Говорит, все новое стоит. Все. Вот отношение к нему. Кто его знает, хорошо или плохо. Раньше вроде как будто и не было его, а сейчас жмет как-то. Сходи к врачу обязательно. Теперь приходится только гадать, каким образом Лев Кулиджанов разглядел в комике Никулине дарование драматического актера и предложил ему роль Кузьмы Иорданова в своем фильме «Когда деревья были большими». Папа, ты меня любишь? Отец никогда не играл. Вот он жил этим образом. И, наверное, вот в этом, так сказать, величие таланта и величие личности, когда все сочетается. И, ну, наверное, там от смешного до трагического. Сколько шагов, не знаю, может, один, может, два. Но когда это в человеке присутствует, это волей-неволей находит свое отражение. Блестяще сыграл Никулин в фильме «Ко мне Мухтар». Настолько правдиво он создает образ лейтенанта Глазычева, что после выхода фильма на экраны проводники служебных собак, их собаководы, начинают приносить актеру щенков всех пород и даже взрослых животных. «Ко мне Мухтар» снимали. Снимались в гараже. 30 градусов мороз. Гараж строящийся. Многоэтажный этот дурацкий. И все в такой маленькой какой-то клетушке друг на друге лежат в ожидании съемки. Милиционеры, собаки, актеры, все вместе. Юра в угловой тулупчике тоже лежит. Вот. И назревает бунт. Вот-вот сейчас актеры скажут, пошли вы с вашими съемками, встанут, уйдут, потому что невозможно. И когда вот уже вот кто-то должен это сделать, из угла Юрин голос. Сейчас в цирке заслуженный артист Семушкин новый номер готовит. Гигантские черепахи. И наступает тишина. Все собаки перестали скулить. Он выходит в жабо, в манеж, хлопает бичом, и на манеж выползают 8 гигантских черепах. Он хлопает бичом, и они делают полный круг. Он говорит «ап», и они встают на задние лапы. 8 часов номер идет. И как началась истерика, какой тут бунт, все уже забыли, тут же режиссер вошел, сказал, можно снимать. Вот он спасал любую сложнейшую ситуацию вот одной репликой. Никулин долго не давал ответа, будет ли он играть в картине Алексея Германа «20 дней без войны». Он читал сценарий, начинал сомневаться, надо ли ему вообще обращаться к теме войны. Потом опять читал, перечитывал. Когда я начал заниматься историей войны, мы делали на радио передачу большую к 40-летию Победы. Мне какие-то вопросы ему задавал, и, в общем, меня удивила та скупость, с которой он... То есть человека темы этой не было, он не хотел об этом говорить. Не потому, что там было что-то, как бы, не знаю, там, неприличное или постыдное. Просто он для себя закрыл эту тему и, в общем, никого туда не пускал. Минуточку. Ну, а решимость умереть, как быть с этим? Ха, решимость умереть. Да это вообще из области самоубийства. На воде требуется не решимость умереть, а решимость сделать в условиях, когда ты грозит смертью. Да, неизбежная. А человек продолжает хотеть жить. Всегда. Вот так. Ему нравилось
и 20 дней без войны. Он любил «Ко мне Мухтар». Он любил... Да, в общем, практически он все свои роли драматически он любил. Хотя он больше любил комедийные. Ему больше нравилось сниматься в комедиях. Никулин снялся в более чем в 30 фильмах, но никогда не покидал свой любимый цирк. Однако он твердо решил уйти с арены, когда ему исполнится 60 лет. Ну и что ты сидишь? Не знаю. Наверное, устал. 7-й год делаете гирю, публика смеется, а вы все что-то ищете и ищете. Знаешь, ты меня надоел. Иди отдохни. Ладно, ладно, я пошутил. Не обижайся. Ну, будь здоров. Он повторил чью-то расхожую фразу кого-то из великих актеров. Он сказал, что актер должен уйти на день раньше, на год раньше, чем на день позже. Опять то же самое чувство меры, понимаете? Он говорит, я клоун, а человек уже не молодой, а пожилой человек, когда валяет дурака, он вызывает жалость. Вот это, а клоун жалким быть не может. Вечером перед операцией отца навестил сын. Они говорили с Максимом об обычных вещах, о семье, о внуках. Ну и, конечно, о том, как идут дела в цирке. Даже находясь в больнице, Никулин ни на секунду не забывал о работе, о любимом деле. Не случайно, уйдя с манежа в 60 лет, он провел на заслуженном отдыхе всего 4 дня. Никулин, пенсионер. Эти два понятия оказались не очень-то совместными. И когда Юрию Владимировичу поступило предложение стать руководителем московского цирка на Цветном бульваре, он, естественно, охотно согласился. Я знал более 10 тысяч артистов. На моем веку, уже проработав 59 лет в системе, из коих 45 лет здесь только, в этом цирке, я... Слово такого не то, что даже не могу мечтать, чтобы кто-то сказал что-нибудь про Юрия плохое, что-нибудь. Человек был уникальный. Человек, который начинал свой рабочий день, две трубки телефона, кому лекарство достать, кому помочь прописку сделать, кого в больницу положить. Дом кран течет, он звонит ЖЭК. Слушай, друг мой, это моя тетка, там, ребята уже 3 дня, кран течет, никак ремонтировать. Сделай что-нибудь. Вечером звонит тетка, говорит, спасибо, Юрочка, все в порядке. Его очень любили. Ну ладно, я что-нибудь сделаю, ладно. Ну звони мне в понедельник, давай. Административная деятельность прибавляет Никулину много хлопот, но главным делом для него становится реконструкция цирка. Идея реконструкции, она была не идеей, это была как бы осознанная необходимость, потому что и до этого, до того момента, как цирк сломали, каждый год, лет 10 подряд, его открывали под тесное слово и только под обещание, потому что он весь был на подпорках деревянных, он просто разваливался цирк. Сколько он может стоять, он же деревянный. И сложно было, как всегда у нас, пробить, начать. И то, что, конечно, отец умудрился это сделать... И то, что строили финны по тем временам, в общем, вещь какая-то такая совершенно непонятная. Почему финны? Но он, правда, обосновывал, там, когда приходил в кабинет, и говорит, а почему финны? У нас строители тоже не могут. Могут, наши строители замечательные, они могут все построить. Но если они будут строить, то, например, упадут дети наших внуков. Как бы логика-то прямая. И финны за 24 месяца под ключ построили цирк. Бутылку пустую показываю со значением. Вчера ко мне пришел один студент.
И приносит мне эту бутылку, вам, говорит, на открытие цирка. Я говорю, что это за подарок? Бутылка, сам, вы ничего не понимаете. Эту бутылку мы распили 13 августа, 4 года тому назад, когда открывался цирк. И когда мы ее распили, мы ее закрыли. В этой бутылке воздух старого московского цирка. Он на открытие, он никому из композиторов не позволил писать песню. Он сам ее написал, сам придумал музыку и сам ее исполнил. И, в общем, до сих пор у меня, я когда слышу эту песню, у меня горло сжимается. Мой старый цирк опять со мной. Мой старый цирк, бульвар цветной. Мой старый цирк из детских снов. Моя судьба, моя любовь, моя судьба. Моя любовь. Теперь Юрий Владимирович со спокойной душой может сидеть в своем директорском кабинете. Впрочем, скорее, это не кабинет, а настоящий музей. На стеллажах статуэтки клоуны разных времен, в том числе и знаменитый Чарли Чаплин, масса подарков из стран, где гастролировал цирк. И еще Никулин очень любил фотографии. В его альбомах их множество. Сам Никулин, его друзья, фото с Аркадием Райкиным, Алексеем Баталовым, Борисом Новиковым, Ростиславом Плятом. В больницу к мужу приехала жена Татьяна Николаевна. Пробыла в палате около часа. Она изо всех сил старалась скрыть тревогу, ведь на завтра была назначена операция. Конечно же, Татьяна Николаевна не могла не волноваться за мужа. Я иду по Гагаринскому переулку, и навстречу мне идет Таня. Идет Таня в таком канотье. Такой, значит, она уже как-то другой образ, не такой девочки, а какая-то такая легкомысленная так довольно. И она говорит, ну как ты, что ты? А с ней идет человек, на которого я взглянуть не могу. Потому что я так вначале взглянула, смотрю, руки длинные, ноги вот так, да? И какой-то такой нелепый человек просто, и лицо какое-то такое, и зубы. Я на него не смотрю. И она мне говорит, познакомься, это мой муж. И вдруг я вижу огромные глаза, восторженные такие, добрые, лучезарные, понимаете? И вообще вся нелепость моментально пропала. Мы очень любили друг друга. Мы очень уважали друг друга. Мы всегда старались жить так, чтобы другому тоже было легко. Наверное, поэтому мы прожили такую жизнь. Очень счастливую, я считаю. 100 граммов на 25 копеек. Жена Юрия Владимировича, Татьяна Николаевна, 30 лет была его партнершей в цирке. Некоторое время вместе с мужем она выступала в номерах в качестве подсадной. Ну, как бы играла роль зрителя, который наивно верит во все, что происходит в манеже. Что ты сделал? Я тебя спрашиваю, а? Ты что сделал? Тихо-тихо. Что тихо-тихо? Это моя жена. Дом Никулина был очень гостеприимным. Друзья с удовольствием приходили к нему в гости. Часто устраивались веселые посиделки. Хозяин дома запевал, а сын Максим аккомпанировал на гитаре. На прощание Никулин обязательно рассказывал гостям свежий анекдот. Это была московская традиция. Я сижу на скамейке. И какая-то молодая мама, маленького, сопливого мальчика, ему лет 5, наверное. Садись, Коленька, садись, посидим. Вдруг смотрит на меня. Коленька, ты посмотри, кто с нами сидит. Коля! Он смотрит, Коля. Знаешь, кто это сидит? Нет. Ну что ты? Мы все знаем его. Ну? Это, ну? Юрий, ну? Он говорит. Гагарин. И уж лучшего рассказчика анекдотов, чем он, не было.
Он это гениально рассказывал. При этом, опять же, он не прибегал никаким внешним эффектам. Он не пытался рассмешить. Он рассказывал это со своим непередаваемым выражением лица. И от этого анекдот становился невероятно смешным. Мужик заходит в булочную, купил батон, выходит на улицу, стал класть его в эту самую сумку. И он у него выпал вдруг прямо в грязь. Он вынимает грязь, все. И он его опять в сумку. Товарищ ему говорит, что вы, грязный батон, он черный весь вытянут. А мне врач диету прописал, и черный хлеб только есть. В ночь перед операцией он мне звонил. У нас были милейшие отношения, это может сказать любой, кто хоть общался с ним раз. Милейшие отношения многие годы. Он звонил мне. Он рассказал мне какой-то анекдот, я рассказал ему еще один, потом еще один. Он смеялся страшно. Потом он позвонил утром, попросил рассказать то, что я рассказал ему вчера, потому что он хочет рассказать врачам. Я рассказал. И он с этим уехал. День операции. Мне хирург не разрешил приехать в больницу. Он сказал мне, звони. И когда все будет кончено, приедешь. Я знала, что операция должна была длиться по плану не больше 40 минут. Я звонила по телефону 3 часа. 3 часа мне отвечали, он в операционной. После 3 часов я села и приехала в больницу. И в тот момент, значит, когда мы ему проводили этот самый проводник, у него вдруг наступила остановка сердца. Я просидела там еще, наверное, около часа, когда вошел главврач больницы и сказал, завели. Время шло 5 минут, 10 минут, 15, 20, короче, на 25 или 26 минуте, когда мы уже были готовы перевести его в операционную и начать операцию ортокардиографа, хотя должен сказать, что в этом случае тоже шансов было очень мало. Мы увидели, вдруг появился сердечный ритм. Появились волны, появился нормальный ритм, и сердце заработало. Потом остальные дни я все просидела в больнице, пока не пришел врач и не сказал, Александр Борисович, у него кончились силы бороться с жизнью. Простите, все. Он написал замечательную взрослую детскую книгу. Взрослую детскую книгу. Она называлась «Почти всерьез». На обложке стоял неуклюжий высокий человек в смешной шляпе, как обычно, в огромных ботинках, в коротких брючках, в кургузом пиджаке. Она была веселая, грустная книжка. Там была масса анекдотов. Но там была одна фраза. Я думаю, что даже если бы он не написал эту книгу, а просто обошелся этой фразой, он навсегда бы вошел в историю.
Живите в мире и согласии. И помните, каждая секунда смеха прибавляет минуту жизни. Юрий Никулин.